63-летний основатель и вокалист группы KISS Джин Симмонс высказался против христианофобии. «Никому не мешают евреи или мусульмане, но если кто-то откровенно называет себя христианином, его дискриминируют. Это плохо», – отметил музыкант. Музыкант также добавил, что журналисты не пристают к тому, кто, например, издевается над своей собакой или из-за совершения убийства должен сидеть в тюрьме. Но если они встретят человека, признающего Христа своим Господом, они относятся к нему как к козлу отпущения. «В каком мире мы живем?» – риторически спросил Джин Симмонс, который является евреем по происхождению. Фронтмен рок-группы KISS, настоящее имя которого Хаим Уитц, позднее Клайн, родился в семье иммигрантов из Венгрии, которые пережили Холокост. В 1955 году он переехал из Израиля в Нью-Йорк, где обучался на раввина. Однако позже он оставил учебу и основал рок-группу KISS, ставшую весьма популярной. Хотя это редко встречается в окружении, в котором он живет, музыкант утверждает, что является абсолютным абстинентом. Он не употребляет алкоголь, не курит, не принимает наркотики. Фронтмен KISS также принимал участие в кампании по внесению в Конституцию штата Калифорния поправки, касающиеся запрета легализации однополых браков.